На штабе сегодня обсуждался вопрос начала летней оздоровительной кампании, и было принято решение с учетом той ситуации, которая сегодня складывается, отложить начало работы пришкольных лагерей до 1 июля. По загородным лагерям рассмотреть возможность открытия загородных лагерей 22 июня и уже ближе к этому сроку еще раз посмотреть на ту ситуацию, которая будет складываться в нашем регионе. По пришкольным лагерям было принято также решение разрешить главам трех муниципальных образований рассмотреть вопрос о открытии первой смены в штатном режиме. Это те муниципальные образования, которые сегодня также и школы у них работали в штатном режиме, поскольку санитарно-эпидемиологическая ситуация там достаточно спокойная. Это Карагинский район, это несколько школ в Тидельском районе и также городской округ поселок Палана.